Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на очередном обзоре. Обзор на этот раз непростой, обзор, можно сказать, исторический, потому что карта у нас RDF Comp 055. Это значит, что серия Russian Defrag Competition немножечко продлилась и, возможно, продлится еще, никто об этом не знает. Пред любезно нам сделал, видимо, вдохновившись всей движухой в Дефраге, за что ему огромное, конечно же, спасибо. Ну и давайте начнем. История истории, но карту посмотреть надо. На старте нам дают ничего. Нам дают мигу, точнее... одну мигу. Одну ли мигу дают? Не проверю. Ну ладно. Дают одну мигу, впереди видим пады. Давайте, собственно, попрыгаем. Пады, естественно, перелетаются, потому что есть оптимизация для ВК-3. Но если делать нормальный сёркл, то ничего не перелетится. Здесь нам дают 10 ракет. И... такой вот саркофаг неплохой. О, там что-то. Там по-любому что-то есть, да? Секундочку. Или нет? Нет. Это фейк Easter Egg. В общем-то, я думаю, надеюсь, хп хватит. Очень классная моделька в таком стекле. Хотя стекло можно было, наверное, и круглое сделать. Ну, с другой стороны, так даже покруче смотрится. Ладно, поехали. Нет, не хватит. Так. Просто у меня там все спойлерит. Перелетаем. Видим мы, что с одной стороны у нас есть хейст на 10 секунд. А с другой стороны, собственно, дырочка, куда нам надо лететь. Горит синенький джампад. Это у нас такой... с 3D эффектом. Мы на нем поднимаемся. Вот это стекло, которое всем мешает. Ничего страшного. И вот здесь, как мы видим, у нас две миги. Потому что всегда мы прилетаем с очень малым количеством хп. И, собственно, две миги нам очень-очень пригодится. И здесь суть в чем. Можно их, как бы они тут для виду, грубо говоря, потому что здесь натянут триггер. Потому что пред, он очень мудрый маппер. Он очень опытный маппер. И он прекрасно знает, что если в ВК-3 просто ложить вот так айтем, то в ВК-3 это будет ад. Поэтому он сделал триггер. Я думаю так, что он сделал просто потому, что в ВК-3. Потому что в ЦПМ это придало бы, конечно, изюминку, что нужно как-то спейсингом на них попадать. Но, конечно же, в любом случае, триггер гораздо лучше. Триггер проходим, у нас становится 200 хп, остаются у нас ракеты. Идем дальше, здесь везде можно, естественно, пострелять. Еще один джампад. Еще нам он дает мигу, но не факт, что эту мигу нужно забирать. Так, идем дальше. Прикольненький туман, кстати, да? Он не движется. Это мертвый туман. Идем еще дальше. Здесь у нас поворот. И, по сути, все. Автор пред. Как ни странно. Дает нам здесь немножко аптечек, но они нам, по сути, не нужны. Мы и так отлично доберемся. Вон я лечу. Вот я. Ну и давайте посмотрим по роутам, собственно, что у нас тут есть. Вариант номер раз. Можно делать обычный РЖ и закидывать либо в пол, либо в стену. В пол, естественно, быстрее и, собственно, эффективнее, потому что если вы будете закидывать 2х в пол, то можно сразу к внутренней стене приклеиться и стрелять дальше. Давайте я попробую это сделать. Так что у меня получится. Но у меня получилось. Ну вот, даже долетел, ничего себе. Таким вот образом. Далее, второй вариант. Закидываем, ну, в стену то же самое, как бы. Стену я уж показывать не буду. Второй вариант, ЦПМ, по крайней мере. Можно сделать ГБ об стену. И что мы видим? ГБ не самый изичный, так скажем. Но при привыкании он здесь достаточно часто делается и очень легко. В общем-то, что мы наблюдаем? Кто у нас мудрые есть люди и примерно шарят уже, к чему я веду. Так как скорости у нас 1300, то закидывать наперед ракету, делать 2х, абсолютно не вариант. Если только мы не закинем куда-нибудь наперед в стену, да, чтобы сделать РЖ, а потом эту ракету словить. Но и то это как бы такой вариант себе. Очень-очень даже такой. Поэтому, ЦПМ, что мы делаем? У нас 1300,
Это значит, что... Что это значит? Что мы можем сделать, грубо говоря, 1.5x. Как это делается? Мы летим, делаем под себяшку, которая... Делаем под себяшку под таким углом, и в то время, чтобы она нам сделала как будто бы РЖ полноценный. При этом мы следующие ракеты выстреливаем себя об стену. За счет вот этой подсебяшки как раз таки у вас получается эта высота 1.5x, которая позволяет залететь туда наверх. Это не совсем часто прям получается, но это, на мой взгляд, самый эффективный способ прохождения в ЦПМ. Давайте я попробую сделать, но не факт, конечно, что у меня получится прям с первого раза. То есть мы кидаем под себяшку, у нас кулдаун немножко смещается, и мы намного раньше об стену стреляем. Вот так, да, вот так вот, в общем. В общем, вот. Такие вот дела. И у нас здесь остается 47 хп. И здесь самый дурацкий момент, по идее, на карте. По крайней мере, в ЦПМ. Нам нужно, пока мы летим, кинуть еще одну подсебяшку сюда, чтобы она сделала нам не полное РЖ, чтобы нам не 50 хп отняла, потому что у нас тут не бывает 50 хп. Ну, 51, да, возьмем. Чтобы полное РЖ выдержать. Поэтому... Так, я запись проверю. На всякий случай. Поэтому... Нам нужно, так как здесь триггер натянут, мы делаем под себяшку здесь, подлетаем над этими балками, и потом от них дальше, ну там, я думаю, литиума посмотрим, я повторять прямо роут не буду, и летим дальше наверх. Здесь мы еще раз от балок отстреливаемся, вот эту мигу мы игнорируем, потому что она нам не нужна, и здесь обычным... как это сказать-то? Обычным КБ от ракеты граунд-бустом перелетаем. Делаем, естественно, нужно сделать КБ не самый хороший, чтобы смочь здесь дабл-джамп. Ну и дальше просто поворачиваем, стреляем две ракеты и, собственно, финишируем. Ничего сложного нет. В том варианте, на том повороте, можно сделать еще быстрее. Руками это, конечно, будет сложновато, но я все равно чувствую долг, нужно показать. Здесь можно при хорошем, при хорошей траектории, при хорошем ГБ, вот здесь вот, можно залететь сразу наверх. Так как у нас высота, видите, высота? Вот так вот. Дист Z, видите, да? Минус 64. 64 это высота полного прыжка с заступом. Поэтому, ну, по-моему, с заступом, да? Ну, Маскаль, если что, напиши там, и, как всегда, что я не прав, вот это все. Делаем ГБ на 1700 примерно и залетаем на вторую ступеньку. Enter сказал, что у него разок получалось. Ну, он говорил, когда мы обсуждали эту карту. Мы с Димоном тоже потестили немножко, и он в таймскейле смог это сделать. У меня, ну, я пытался, что-то у меня, честно говоря, ни разу не получилось. Но тут у Димона получилось, но... Тут такая фишка еще, что потом при залетании на эту ступеньку это можно сделать, но как потом выкручиваться вы будете, я не знаю, потому что у вас здесь очень много скорости, где-то 1700 упсов, и вам нужно повернуть. А вы из-за своей скорости летите вот так примерно. То есть здесь можно в теории как-то попробовать заскимить, но здесь скимить нечего. Мы делаем здесь прыжок, и у нас следующий прыжок происходит где-то вот здесь. Я не знаю, как можно выкрутиться. Скорее всего, как-то можно прямо задрочиться и выкрутиться. Но чтобы задрочиться и выкрутиться, нужно, чтобы этот ГБ получался стабильно. А так как Димон в таймскейле 0.1 сделал его не с первого, далеко не с первого раза, то как бы этот роут не совсем, я думаю, юзабелен. Возможно, Enter что-то, там какой-то лавхак нашел, но я не думаю. Он, скорее всего, как-то нарандомил, у него получилось. Но я пытался и в таймскейле 1 сейф-позом, типа, ну, обычным темпом. Вроде... Траектория была хорошая, скорости много, но как-то вот что-то все не ладилось. В общем-то, такая карта, в ВК-3 тут особо разницы никакой нету. Почти все то же самое, просто делаем РЖ от стены, кидаем 2х в стену, либо в пол тоже можно. Ну, в пол не самое выгодное будет. И точно так же просто проходим. И все. Ну, ВК-3, собственно, там... Выкутришные дела. Выкутришные приколы. Ну и давайте, наверное, перейдем к демочкам.
Я вроде бы все показал. Так. А куда я закину? Наверное, в РДФ, потому что это же у нас РДФ, правильно? РДФ. 55. Вот. Поехали. Прокипоп. Нестаральск. Не буду тебя хвалить, прокипоп. Пока не будешь стараться. 46-47 секунд. Сервита. Вот он делает от стены. И решил просто с джампадом. Ага. Ну, мы сразу понимаем, да, что прокипопу абсолютно пофигу на ВК-3. Что он отправил такую демку. Вообще абсолютно непонятно. Он упал. Все ракеты очень нечеткие. Ну, хоть финиш с первого раза. И на том спасибо, прокипоп. Свидули, прокипоп. Очень недоволен тобой. Лунтик, 33-1. Да, эти кваркапы с предыдущим проходили почти совместно. Ну и что? Ну и что? Ну запиши среднюю демку. Ну не такой же... Дурится. Вот Лунтик хотя бы не упал. Вот Лунтик молодец. Тихонечко прошел. Вот, на джампад. Сохраняет хп, не знаю зачем. Может быть просто. Вперед мегу. Плохие ракеты, на самом деле, но вот та ракета была прям ужасная, ужасная. Пройди с первого раза, я тебя умоляю. Молодец. Что за демки, блин, ребят? Азерол, давай, давай, братишка, покажи, покажи, где раки зимуют, давай. Так, вот, 2х, почти даже словил. Долетел до джампада, я думаю, это и был его план. Будет, да, берет мегу. Интересный, кстати, мув, да? Использовал телепорт, чтобы не тормозить там что-то, не вошкаться там. А просто подбирает мегу, падает телепорт, и сразу у него траектория под следующие прыжки выстраивается. Очень даже круто, хороший мув. Монстрик 25-4. Монстрик, выздоравливай, Вася, не болей. Давай, мы все за тебя, братан. Не болей. Так, 2х. Сразу залетел наверх. Заскимил стекло, все хорошо. РЖ. Не получился РЖ. Как же так? Ну почему ты монстрик не перепрошел? Это же минус. О, 1-3-3-7 летит. Неплохо. Ладно, за один... ты, наверное, из-за того, что в конце 1-3-3-7 решил не перепроходить. Тем не менее, кстати говоря, третье место занимает монстрик. И поздравляем тебя, поздравляем. Push the tempo. Из Юсы. Привет, дружище. Так, 2х. Кинул достаточно высокий, кстати, 2х. Это очень хорошо. Так, РЖ. Низкий РЖ, чтобы сразу перелететь сюда, все верно. И здесь очень классная была ракета. Ground Frame не самый лучший, на самом деле. Но в целом очень даже ничего. Очень даже, очень-очень даже ничего. Но на секунду, тем не менее, второе место. Поздравляем тебя, Паш, за темпо. Второе место занимает Unnamed Player из Country Hero. А кто это у нас такой тут? А, это Poison. Poison. Run X, это Poison. Великий Poison, ребята. Просто 3х. Видно, видно, да? Батя играет. Сразу видно, батя. Calculated Rocket. О, как я давно не видел. Calculated вот эти вот, типа, на... Вот у меня 40, бля, буду 39 надо выбить. Это очень круто, это очень круто. Ну, не три, он там не 39 выбил, я просто пример, да? Большой молодец, Poison, давай, возвращайся, Poison, давай, 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 андеды цветут и пахнут, давай, братан. Булка, вилка, красава.
Билка, булка, билка, вилка. Давай, покажи нам, покажи. Тоже, покажи нам, покажи. Покажи нам, покажи. Так, 2х не будет. Но зато джем, на джемпад максимально быстро попробовал залезть. Все трясется, ничего страшного. У всех все трясется, когда они играют. Мы же дефраеры. Так. И здесь просто стрейфом сейчас и последний ракет в стену. Угу. И долетает. Нормально. Нормально, слушай, нормально. Без особых, без косяков, без ничего. Единственное, я бы, конечно, опять же, порекомендовал поиграть пады. Пады. Лунтик, 23.5. С большим отрывом от вилки, билки, булки, кулки. Сейчас Лунтик нам покажет. Смотри. Опа. 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 Ой-ой-ой, какие мувы, Лунтик. Ой, а зачем тебе это мега? Ну, Лунтик, ну зачем? Ну ладно. Сейчас только пишет, наверное, ну как, зачем, там же мне хп не хватит. А ты сделай так, чтобы хватало. Ну, Лунтик, ну перестрой ты роут, ты уже взрослый человек. Ну давай, давай, уже посерьезнее дэмочки записывай, давай. Деку, 23-0, тебя деку перебил, Лунтик, ты понимаешь, нет? И сейчас такой Лунтик еще пишет: а че ты когда не параллельно шли, а все силы потратил на CGS? А ты спроси монстрика, где он? А там он был. В ИКУ-3. Ты спроси монстрика, как по 15 варкапов на неделю ставили вообще там. Клан вар, варкап, какой-нибудь хуеркап еще. Еще зерк что-нибудь там сделает. Короче, давай, это не отмаза. 23-0, деку. Привет, Евгений. Это я с чатом. Деку я тебя не пропустил в этот раз. Досматривай, сука, всегда до конца. Так, берет. Так как зафейлил, пришлось брать мигу. А вот если бы перепрошел, то ничего бы брать не пришлось. Да, такой фейл. И, блин, всего полсеки от Лунтика. Ну, Лунтик явно мог бы лучше. Ну, явно мог лучше. Не знаю, что с ним стряслось, но да ладно. Скайлин на 3 секунды практически обгоняет деку. Вот, вот Скайлин, вот, вот кто красава, вот, вот где красава. Ой, там еще жвака с Вуди играет, ничего себе. Так. Так, 2х. Ай, джампад использовал. Но с другой стороны, типа, использовал джампад. Все ракеты максимально быстро отстрелил. Зато ему хватило хп, ему не надо было идти за той мигой. Но с другой стороны, не факт, что на джампад падать быстрее, чем сходить за мигой. Потому что там мига совсем прям близко. Сделать уже быстрее, чем на джампад. Поэтому тут, конечно, спорненько. Римыч, 19.6. На 600 быстрее, чем Скайлин. Скайлин, Скайлин. Восклицательный знак Димон. Так, в пол 2х, неплохо. Римыч. Римыч, аккуратнее. Аккуратнее на поворотах. Так, вот он миновал мигу. Просто отстрелился, у него есть хп на 2 ракеты. И он эти 2 ракеты, собственно, отстреливает. И занимает почетное 11 место на сервере. Это очень-очень-очень классно. В пол, он выкинул в пол, офигеть. Опа, 2 одинаковых тайма. Кто-то у нас реплейбот юзает. Посмотрите-ка, Азерол, Шри-Ланка. Я слышал где-то, что шри-ланканский реплейбот ставит всегда на любых картах одно и то же время. Ой, ну бесполезно, абсолютно ракета была, не получилось. Надо было перепройти, ну ребят. Почему вы не перепроходите? Вы такой фейл жесткий. Я понимаю, что где-то, ну там, не знаю, что-то немножко не получилось, и вы допрошли, потому что плюс был. Ну блин, тут явно же косяк. Ну, Зерол, ну что за фигня, блин? Давай, Лолипоп Линю, давай, что там, 6-я неделя до сих пор идет, по идее.
Да, шестая. Все четко. У Лолипоплиниуса все четко. Так. Опа, опа, опа. Просто с ракет залетел. Вот это красава. Вот. Вот он, ролл. Не зацепись только нигде, я тебя умоляю. Так. Так. Не хватает здесь хп, к сожалению, на Рокет, поэтому просто волстрейфом. Решение хорошее. Решение отличное. Да и роуд хорош, да? Просто взял и сразу залетел. Я уверен, не всегда получалось, но вообще молодец. Молодец. Большой-большой молодец. 18-8. На 800 тебя перебил. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу. Вырезайте и ставьте себе на звонок. Так, 2х. Хорошо словил, 1400. Еще под себяшку себе дал. Повернул, и есть, есть хп на ракету. Правда, на повороте очень много скорости потерял. И в самом конце использовал ракету. На этом очень много потерял. Ракету нужно использовать как можно раньше. Понятно, что там иногда спейсинг не выходит так, чтобы типа долететь до финиша, но этот спейсинг можно регулировать. Это все можно сделать. 18.1. Прокипоп. Фу, даже смотреть не хочу. Такую демку ты записал нам, прокипоп. Фу. Все, я не смотрю, я глаза закрыл. Что там, скажите, когда кончится, ладно? Да не, ну на самом деле, типа, 2х очень даже хорошо словил. Ракеты нормальные, единственное, на повороте, вот на этом, на этой змейке, грубо говоря, когда вылетаешь после этих балок сверху, после перекладин, там можно гораздо побыстрее как-то это все сделать, но тем не менее, нормально, 18.1, хорош. 17.9, точнее 8. Дед, привет, дед. Давно не виделись. Дед Мазайч ты. Так, 2х. Хорошие ракеты. И еще вот сразу отстрелился. И сразу плюс. Чувствуете разницу? Сразу отстрелился. Сразу. Молодец. Большой-большой молодец. 17.2. Хардкор. Ну, по... Типа, по каким-то рекомендациям, я не знаю, пока не вижу, что сказать. У всех вроде все в порядке. Какие-то... Единственное, лунтику бы подрабатывать. Потому что у него слишком какие-то не движения. Выглядят не очень уверенно. У того же хардкора, например, он точно знает, что он вот он отстреливается. Ну не знаю. Шарлон. Йоу. Йоу, Шарлон. Шарлон. Он жю. Вот два. 2х. Yeah, nice. Nice. Oh, really nice. Oh my god. Yeah, awesome, awesome, man, awesome demo. Top 10, oh my god. Yeah, I don't know what's wrong. All is okay, you're so long. Just maybe finish a bit, you can a bit faster, but really nice, pretty nice. Так, 16-7, кипиш. Надеюсь, никого не пропущу. А если кого-то пропущу, то... И то и ладно. Значит, карма у вас такая. Динозаврик. Динозаврик мой любимый. По Х. Пока что никто с подсевяшкой не делает. Ну, подсевяшка это достаточно техничное дело, так что. Вот, вот как у кипиша. Вот, у кипиша вообще офигенный роуд получился. Он очень, очень много сэкономил и скорости сохранил, и хп сэкономил. Получилось в конце две ракеты дать. Так что очень даже круто. Торнер совсем немножко обогнал кипиша.
их ничненько закинул. Все происходит у нас максимально технично сейчас на экране, но тайм, тем не менее, почему-то не самый хороший. 1400 всего на финише, и на этом он очень-очень много потерял, потому что лишних ракет стрелял целых одну. Дальше. Линки. Йоу, Линки! О, май гад. Yeah, two rockets at the end. Yeah, nice. Nice. Nice, Linky. I don't know what I can say, but just nice. Шарлон too nice. Stop crying, please. Дальше. 15-8. Авенгер у нас вернулся. Он же Avenger, он же ES Роди, он же ручкался с Веспом. Он же светский дефрагер, вот это все. Давай, Роди, братан, давай. Покажи нам школу. РЖ, просто с РЖ, с двух ракет залетел, просто. Вот видите, с двух ракет можно изи залетать. И хп здесь не осталось, но тем не менее выбил достаточно много хп. И за счет как раз таки... За счет того, что с РЖ забрался, у него скорости... Он, получается, раньше там пересек. Из-за этого такой тайм. Хороший тайм. Так. Что у нас? Большой отрыв пошел. Босс, монтер. Кстати, Эвенджер, поздравляю тебя с этим местом. И монтер занимает второе. 14-3. Давайте посмотрим. Ой, ну что за сёрка? Значит, что это? Так, 2х в пол. 1300, 1700. Минус 400. Вот с ГБ. Вот он, победный, грубо говоря, роуд. Да, и сотку в конце. Ну, у меня не дожатая демка, естественно. Естественно, не дожатая у меня. Если я начну говорить, какие у меня плюсы, вы скажете, а хули не послал, а я скажу, а мне не хочу я играть, меня тошнит уже от дефрага. Литиум, 13-4. Не, ну, в хорошем смысле тошнит, надо просто сделать перерыв. Давайте посмотрим. Так, от себяшка. Ну да, да. То есть он на финише засрал, конечно же. Да, вот такие плюсы у меня есть. Такие плюсы и у меня есть. А, и да, и давайте я вам покажу. Как Димон пересек. Не то. Кекент, что ли? Нет. Как Димон сделал это ГБ в таймскейле? Мне отправлял демочку. Нет. Нет, это тоже нет. Ну, по сути, на РДФ, как мы видели, да, сделать хороший финиш. И 15, и 13, и 2 где-то у вас в кармане просто. А чё, где? Ты же мне скидывал, Димон. Я хочу показать. Или в темпе, что ли, у меня где-то? Я вроде так не оставляю в темпе. Ладно. И в Дискорде я сейчас буду долго искать. Ну ладно, ладно, не суть. Не суть. Давайте откроем браузер. И давайте посмотрим на результаты. Демок не очень много, потому что, как бы да, у нас почти два их подряд было, но ничего страшного. Я думаю, Лунтик получил минус 4, потому что демка не очень. Я думаю, он сам это знает. При этом плюсик еще тут получился. Декс написал, что Килопс не дал залить. У Декса там 20 и 0, около нуля. Было бы интересно, на самом деле, посмотреть, где он этот почти секунду урвал. Но я думаю, что просто побыстрее все. И на этом все. Обычно так и бывает.
А зачем он мыло написал вместо логина, да? Он мыло просто вместо логина написал. Ну, Poison, в общем, если ты это смотришь вдруг, если ты следишь за движухой, то напиши мне, я напишу Носфу, мы тебе сменим ник, какой тебе надо будет. Потому что там раз в две недели, по-моему, может, или раз в неделю, что-то такое. В общем-то, такие вот результаты. Лунтик опять же получил минус, потому что стараться надо лучше. Римач минус 4, хотя демка прямо очень классная. Пил в этот раз порадовал, но финиш не очень хороший. И Линки just awesome. Awesome never man. Шарлон 2, of course. And Lithium slow end. It's very, very slow. Yeah. В общем-то, все, ребят. Я думаю, такой вот коротенький получается обзор, всего полчаса. Ну, они такие, наверное, получасовые и должны быть, потому что смотреть целый час, как я тараторю, не совсем, возможно, кому-то приятно. У кого-то времени нет, и, в общем-то, все. Монстрик, выздоравливай. Димон, старайся лучше. Лунтик, про кипоп старайся лучше. Про кипоп можешь не стараться лучше, я все равно на тебя уже обиделся. Poison, надеюсь, ты возвращаешься. Монтер, тоже старайся лучше. Эвенджер немножко не добил. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.